Больше двух десятков построек старой Ухты. Жилые дома, общественные здания, школа, почтамт в этом году войдут в список даже не муниципальных, а региональных объектов исторического наследия. Такого пополнения в регионе давно не было. Федеральные эксперты признали, ансамблевая застройка 40-х-50-х годов уникальна и удивительным образом сохранилась в первозданном виде. И президент об этом говорил, и премьер об этом говорил, о том, что для исторических поселений у нас выделяются отдельные гранты, президентские гранты. В Министерстве культуры Российской Федерации есть федеральная целевая программа «Культура», которая есть для исторических поселений, тоже отдельные гранты. И когда выделяются средства для малых городов и исторических поселений. То есть здесь вот тройное такое преимущество, которое дает возможность использовать федеральные и грантовые средства. В республике исторических поселений пока нет. Старинные села Ижма и Усцыльма могли бы претендовать на статус. Но ансамблевая застройка там нарушена. Где-то пластиковые окна, где-то новые пристройки. В списке охраняемых в регионе 306 объектов, треть федерального значения. В этом году в Коми начала работу под программу «Наследие». 6 муниципалитетам на условиях софинансирования выделят средства на благоустройство памятников культуры по 100 тысяч городам, по 50 сельским районам. В плане к вековому юбилею Коми – модернизация национальной библиотеки, музея, здания музыкально-драматического театра. Возрождается внимание к позиции «сохранить и приумножить», и, наконец-то, деятельность по охране и объектов культурного наследия, и по воспроизводству в новых проектах развития культуры вообще наследия и учтенного, и неучтенного становится объектом и, как следствие, государственной задачей, которая формулируется в адрес регионов на высоком федеральном уровне. В этой же программе и дом главы и владельца кожевенного завода Михаила Жеребцова. Здание дореволюционной эпохи нуждается в срочном ремонте. На стене большая трещина. Однако региональных средств недостаточно. Расположить там доброштаб, как предлагала вице-премьер Наталья Михальченкова, и отдать объект под госзаказ не получится. К сожалению, выявились некоторые несоответствия, которые не позволят использовать данный объект для нужд доброштаба. В частности, ну, один из таких вот я только назову, это то, что перекрытия между первым и вторым этажом, они деревянные, а для такого объекта нужны бетонные. Сейчас Министерство имущественных отношений рассматривает вопрос о передаче одной из бизнес-сообществ, акционерного общества, для того, чтобы они взяли его в собственность и использовали под свои нужды, ну, от собственного офиса, есть, знаю, что варианты, до музея. Пока не удается решить судьбу двух деревянных исторических объектов в столице Коми. Дом мещанина Шарапова – единственный сохранившийся образец крупного особняка Усть-Сысойска второй половины 19-го – начала 20 века. Позже здание православной гимназии. У объекта уже появился арендатор за 1 рубль. Правда, оказался недобросовестным. Предприниматель должен был за 2 года выполнить проектную документацию, а до 23-го реставрировать полностью. Но так и не приступил к делу. Договор с ним уже расторгнут, да еще и допустил пожар, за что судом был оштрафован на приличную сумму. Что там случилось, пожарники или кто там, выяснят, но очень жаль. Вот это тоже старинное здание, это тоже деревянное. Я здесь была в 55-м году, оно было совсем новенькое. Кому-то надо, наверное. Я только так думаю. Больше у меня мнения другого нету. Не могло оно само загореться с ни с того, ни с сего. Так что больше нечего мне сказать. Больно и обидно. Многострадальная 13-я школа, спроектированная первым штатным архитектором Коми Александром Холоповым, горела уже дважды. Теперь это практически руины. Но даже если остался фундамент, считается, воссоздать памятник архитектуры можно. Госсовет региона пытался исключить здание из реестра охраняемых, но Минкультуры России отказала. На восстановление еще по подсчетам 2005 года понадобилось бы 30 миллионов рублей. Сегодня, понятно, сумма вырастет в разы, но Минимущество снова объявило аукцион на аренду за рубль. И вроде бы даже есть интересант, готовый вложиться. Ольга Коняева, телеканал «Юрган».